Солнце мое, здрасте вам с Одессы. У нас сегодня, видите, утречко с чего началось. И заметил, что я снимаю. Короче, я проснулась, его уже в кровати не было. Думаю, где он? А вот чем он занимается. Ребята, ну вы видели, что у нас дождь такой хороший прошел. А сейчас самое то траву выдирать из влажной земли. Как работается? Нормально. Бог помощь. Боги казали, чтобы вы помогали. Не могу я. Ребята, каждый год я говорю, что я не буду садить больше огород. Потому что как бы урожая и никакого нету с этого всего. Один бурьян. Я здесь сделаю какие-то зоны отдыха. Вот оставлю деревья и ягодники, и на этом все. Ну вот садили помидоры, там она вся почему-то болеет. Сейчас покажу. Ничего, вон помидорчик есть. Ну, немножко есть, да. В общем... Салат вот, пожалуйста, теперь появился. Что, взошел? Спустя месяц? А, вон один кустик. Да ну, посмотрите, какой. Ой, а ты мой базилик весь повырывал. А я знал, что ты, думал, бурьян. Ну, ты вообще, что ли? Ну, сейчас будешь садить обратно. Ну, неужели не видно, что кусты базилика? Вон же ж они, смотри. Ой, смотри. Это смотри, базилик. Какие кусты. Посмотри. Ну. Взял, повырывал базилик. Да. Давай сади обратно. Ой, господи. Сейчас буду выискивать тут. Вот смешно. Смотри, зеленый базилик. На, смотри, какие классные кусты. Взял, повырывал. Сейчас будешь обратно садить. Бери иди лопату. Ой, господи. Все. Вот один куст. Здесь вот так была целая аллея засажена базиликом. Не было. Как это не было? Где он делся? Утро. Утро начинается у меня тоже с нервов. А вот это что? То бамию я посадила, но она не растет. Но пусть сидит. Бами? Бамия. Что-то она у меня в этом году не пошла. Я взял, повырывал все кусты. Где он их дел? Пересадила в другое место. Вот один кустик. Вот эти вот надо прищипывать. А это зеленый один кустик тоже надо прищипнуть. И он пойдет куститься. Сейчас я его полью и пойду искать другие кусты, что он повырывал там, где он их подевал. Смотрите, какую кучу травы он. Ой, нарвал. Ну вот это надо, этот огород, вы мне скажите. Пойди на базар, да купи себе килограмм тех помидор. Бесплатно работает он, видите? Потрачу. Ага. Еще и накосячил, повырывал нужные кусты. Когда было травы валом, никто не интересовался, ни базиликов, ни всех. Ну так я хожу и рву, когда мне там надо на салатик, допустим. Он взял, повырывал. Пришел работать, все. Да, все. Я тут вообще все сейчас. Ну вот правильно. Вот еще куст базилика нашла. Говорит, что нету. Сейчас буду садить. Не, ну это, конечно, вообще вырвал бамию прямо с плодами. Ну неужели не было видно, что здесь бамия висит и плодоносит? Ёлки-палки, это же такой деликатес, это же такой продукт. Костя, что ты смеешься? Нашла. Не, ну посмотри, бамию вырвать вместе с плодами, такой красивейший куст. Нашла все-таки. Замыкал подальше. Не, ну смотри. Случайно. Она же такая вкусненькая, жареная там с приправками, она очень полезная. Это называется бамия или окра. Все-таки нашла я. Подальше ее зарыл. Ну так надо было сразу и посадить, если ты это сама. Она цветет красиво, и вон плодики дает. Ой. Взял и спрятал.
Ну, шо, ребята, что с ним делать? Лишить его сегодня пива или что? Ты что? Что? Я сейчас вот уйду все. Ну так и уходи, ну вырвать такое. Не хочет. Офигеть. Я заработал. Ты и завтрак этот не должен был получить за то, что ты все мои растения уничтожил. Поработал, еще должен остался. Ну а что ты думал? Вот развела. У нас сегодня на завтрак а-ля винегрет, яичница с помидорами. Ну это он так захотел. И с тунцом хлебчик. Да, вкусно. Завтрак очень вкусный. Спасибо, любимый. Смотрите, какой ехидный, видите? Дай мне покушать уже. А я еще не ела, тебе приготовила. А сама стою вот здесь, вот смотрю, как ты жуешь. Ты снимает, что я тебе завтрак в постель подаю. Это один раз приготовила. То ты снимай. Я афиширую, блин. Да, один раз прям таки. Ну, два. Посмотри, посчитал. Я каждое утро кофе, бутерброды. Постель. Все нормально. Давай, давай, рекламируй себя. Ты так знаешь, что я хороший. Ну, конечно. Солнце, мы уже на море. Вода теплая и чистая. Но ветер поднялся. В общем, мы сегодня на другом пляже, потому что посмотрели на нашем, там столько людей. Сегодня суббота. Ой, ребята, мы опять в эфире, вы уже поняли. Короче, я была обиженная. Ну, я и сейчас обиженная, потому что мне на ролик так и не включили там ничего. И до сих пор на проверке. И это так очень часто бывает. Я не знаю, может, это у всех так. Но меня это просто, вот как, знаете, обижает. Смотрите на это чудо, ну. Он уже с бутылкой. Вы только, блин, не успели еще приехать, даже раздеться. Он уже с бутылкой. Даже отвернулся. Господи, ты же сегодня наказанный за бурьяны, те, что ты мне повырывал. Не то, что надо. Это ты наказан. Я на тебя не рассчитывал. Ой, боже мой. Это наказатель. Меня волна бабахнула. Посмотрите, какая прозрачная, чистенькая водичка. Двадцать три градуса. Хорошая вода.
Ну что, поехали посмотрим, что там на других пляжах. Какая обстановочка. Это был такой страшнейший шторм, что здесь была натянута сетка и буйки. А теперь их нет. А теперь смотрим, вон они где. Вон море. Сорвало. Вон наш пляж. Волны. А с другой стороны, смотрите, какая здесь гладь. Волн совсем нет. Водичка красивая, бирюзовая. Посмотрите, вот это вот здесь был пляж. Мы здесь сами, когда приходим с Щипочкой, отдыхаем. А сейчас посмотрите, боже мой, оно полностью все до стены. Песка вообще нет. Вон лестница прямо в море спускается, видите? Вот так вот природа творит такое. Я всегда говорю, против природы не попрешь. А здесь смотри, какой песок понамывало, сколько вот этих вот палок с каховки. Это вот мусор, да. Это вот, ну, это мусор такой, ветки, палки, камыш. Это вот сюда вот так вот доходили волны. Конечно, очень было опасно в это время находиться на пляже, когда такой шторм. 3 человека погибли, утонули. Одного так и не нашли, парня молодого. Вот так вот. Я вам что хочу сказать за море. Море, оно, конечно же, лечит. Вот когда тебе плохо, ты придешь, смотришь на море, оно тебя успокаивает. Но море может и забрать жизнь. Надо как песня поется. Что? Выпить людей не пиво, выпить людей вода. Правильно? Да, но... Как у печи пиво, когда шторм. Это шутка, конечно, но... Не, ну когда шторм, да. Море шутить не любит. Море шуток не любит, да. Костя правильно говорит. Но он же моряк, он же знает. Конечно. Так что, ребята, берегите себя, когда шторм. Лучше не лезьте в воду. Будьте осторожны. Это 13-я фонтана, где ресторан «Кораблик». Все битком. Прилив, ты видишь какой? Точно, до склонов скоро будет доставать. Не, за приливом будет отлив. По-другому быть не может. Уровень мирового океана повышается, реки чистают. Все может быть, никто не знает. Так что, ребятки, вот такая обстановочка на пляжах. Мы вас прокатили с собой. Разрушения есть, но они где-то аж в Аркадии, около Аркадии. Мы туда не поедем. А здесь мы проезжали вот эти настилы, которые вместо песка заняли площадь, бары, клубы, деревянные настилы. Не смыло. Не смыло, блин. Костя, ты тоже, да? Вот, слушайте, захватили площадя такие пляжи. То, что должно доставаться людям вот бесплатно, это природа. Они позахватывали целиком и полностью. Знаете, если бы я была мэром города, я бы это запретила. Ребята, кто будет голосовать за меня? Еще
больше захватил. Нет. Ты что, я так люблю море. Но это надо оставить людям, а не делать ночные клубы на песке. Вот склоны есть действительно. Идите туда на склоны и устраивайте там бары, рестораны, танцульки. Что ж вы прямо на песке это делаете, а? Нормальным людям негде подстилку положить. Вот за эти настилы мы разговаривали, что захватывают пляжи. Видите, здесь все за таким вот забором. Любой человек туда не зайдет. Вот это я желаю, чтобы оно смыло все в море. Вот честное слово, от души желаю. Пусть это останется народу, а не за деньги. Ну что, солнце, вот такая обстановочка сегодня у нас по пляжам. Мы едем домой. Хорошего вам вечера и до следующих встреч на канале «Дворик на фонтане». Моя ты радость. Работаем. Да ты что? Раздала, думаю, или хватит, или нет. Вот умница, ну. Слушай, твоя икра, вот эта вот еврейская, это просто на улет. Это не еврейская, а с огурцов. Ты сказала, что придумали евреи. Ну, их название как-то евреи придумали, но она же с огурцов, не из евреев. Ну да. Да ладно, и так сойдет. С евреев, с еврейских огурцов, короче. Не, она правда вкусная. Что, опять делали? Да, и вы же опять же набрали огурцов. Мне очень, конечно, суббота, везде все забито, полно людей. Лара на месте, значит, все хорошо.